друзья! В эфире канал Неошлот, и с вами я, Юрий Гемельфарб. Когда мы говорим о советской торговле, то следует понимать главное. Это была не просто сфера деятельности в том понимании, в котором мы сейчас воспринимаем работников торговли. Нет. Это была особая культура, значимая часть общества, и возникла она именно благодаря всеобщему дефициту и коррупции. Современного работника торговли и советского продавца сравнивать невозможно. Вот почему в 90-е годы очень часто можно было встретить объявление на сайтах и в газетах о приеме на работу. Требуется продавец без опыта работы в советской торговле. Вот почему многие работники советской торговли не нашли себя в новых условиях и не сделали карьеру. Хотя, надо быть справедливым, это можно говорить далеко не обо всех. Но в советское время следует понимать, что сотрудник магазина или склада, который имеет доступ к дефицитным товарам, а следовательно к их распределению, он автоматически возводился в ранг нужного человека. И иметь знакомство с таким человеком, как мы говорили в первой части, это было очень удачно. Это называлось благо. Большая часть редких товаров, так называемых дефицитных товаров, она не доходила до свободной продажи и разбиралась так называемым по своим. Ну, кое-что выносилось после толкучки или барахолки, и спекулянты продавали это в десятки раз дороже магазинной цены, хотя это было уголовно наказуемое деяние за так называемую спекуляцию. При этом следует понимать, что по закону, по Уголовному кодексу Российской Федерации, и продавец, и покупатель товара по спекулятивной цене несли равную ответственность. И, соответственно, дефицит, он порождал то, с чем Советский Союз ассоциировался всегда. С огромными длинными очередями. При этом следует отметить, что был примечательным тот факт, что любой советский человек, увидев длинную очередь, он сначала занимал в ней место, а уже потом интересовался, что там продается. Именно эта особенность советских людей, она и стала объектом множества шуток, фельетонов в исполнении наших замечательных юмористов. Хотя тут следует сказать, что в принципе особой разницы не было, что давали. Нужно было все, и поэтому существовал дефицит. Поэтому советский человек, он покупал то, что давали. При этом очереди подчас были не просто длинными, они были многокилометровые. И если удавалось достоять до конца, люди, кстати говоря, крайне редко покупали дефицитные вещи в одном экземпляре. На такого человека смотрели просто как на сумасшедшего. Причина была проста. Люди впоследствии могли перепродать их дороже или обменяться знакомыми на другие вещи и так далее и тому подобное. Я не случайно сказал со знакомыми, потому что, как было сказано выше, существовала уголовная ответственность за спекуляцию, поэтому люди перепродавали эти вещи, как правило, по своим. Кстати, необходимо упомянуть и о некоторой атрибутике советской торговли. Тогда следует отметить, и, возможно, молодые зрители этому очень удивятся, но калькуляторов у продавцов не было и в помине, и для этой цели использовались деревянные счеты с костяшками двух цветов для разделения порядка цифр. И несмотря на то, что каждого советского школьника в начале учебной программы обучали навыкам того, чтобы считать на этом так называемом девайсе, тем не менее считать на этом умели далеко не все. Кассовые аппараты, первоначально они имели вид большой печатной машинки, были шумные, очень примитивные, но тут следует отметить одну очень важную вещь.
Сначала надо было по правилам советской торговли выбить чек в кассе, а потом с этим чеком идти к продавцу и получать нужный товар. Так вот, дело в том, что очень часто советские продавцы, точнее, работники советской торговли, они использовали такой прием. Кассирша говорила: у меня касса сломалась, и начинала ковыряться в кассе. Это означало, что продавец отпускает товар мимо кассы, отпуская его за деньги. Да, конечно, это считалось нарушением, но не очень строгим. За это максимум можно было схлопотать выговор для директора магазина. Но именно для этого продавцы советских магазинов пользовались этим приемом для того, чтобы толкать так называемый левый товар. При этом советские продавцы пользовались самыми разнообразными приемами. Я сейчас объясню, что это такое. Дело в том, что когда мне говорят про колбасу по 2,20 или дешевые советские товары, я всегда напоминаю, что был такой прием, как дать товар в нагрузку. То есть, иными словами, вы покупаете дефицитный товар, который выбросили, а я напоминаю, тогда не было такого понятия «поступил в продажу», тогда бытовал термин «выкинули» или «выбросили» дефицитный товар. И вот тогда, если ваша очередь доходила и этот дефицитный товар оставался, то вам давали в нагрузку какую-нибудь ерунду. Не хочешь брать эту ерунду? Пошел вон. Не получишь тогда товар. Или по-другому. Если у кассира было мало разменной монеты, вам в обязательном порядке могли вручить на сдачу несколько коробков спичек или другой дешевый товар. Кстати говоря, тоже говоря о советской торговле, необходимо отметить жуткую антисанитарию в торговле продовольственными товарами. Ну, например, молоко, сметану, растительное масло продавали, как правило, на разлив из алюминиевых фляг. Соответственно, покупателю необходимо было иметь при себе банки или бидоны, которые, кстати говоря, в СССР были очень популярны. И я напомню, что никаких пластиковых бутылок тогда не было и в помине. И молоко, например, покупалось ежедневно в объеме 2-3 литра на семью. Наливали молоко и сметану продавцы специальными ковшами и черпаками, а творог насыпали с помощью специальных совков. Вот почему понятие антисанитария и советская торговля – это, по сути дела, синоним. Но дело не только в антисанитарии, хотя об этом можно рассуждать практически бесконечно. Ну, вот я вам могу сказать, привести простой пример. Например, целлофановые пакеты – это был дефицит, это была ценность, их использовались многократно. После использования они тщательно мылись и высушивались, а товар в магазине заворачивался не в целлофановые пакеты, его заворачивали в плотную вощеную бумагу. Дело, повторяю, не в этом. Дело в том, что сама система работы в советской торговле – это был клондайк для обвешивания, обсчитывания и тому подобное. Как это делать? Ну вот, приведу простой пример. Например, весы были оснащены гирями разного веса и формы, что было естественно. Электронных весов тогда не то что не было, они тогда не знали, что такие есть. Так вот, с этими весами и гирями продавцы управлялись так, что знаменитый фокусник Копперфильд, он бы удавился от зависти. Это была вообще основная часть заработка работников продуктовой торговли. Ну, я вам могу сказать совершенно точно, что на таких весах обвес покупателя на 50 грамм, это было сделать проще пареной репы, и маломальски опытный советский продавец это делал вообще без малейших проблем.
Ну вот, например, один из способов — это навешивание магнитика под товарную чашу. А гири с противовеса не убиралась, когда весы были пустые, и покупатель таким образом не мог заметить, что стрелка стоит не на нулевой отметке. А следовательно, когда приходила проверка, магнит просто убирался, и весы, соответственно, показывали правильное значение. Ну, о том, что некоторые особо опытные продавцы, они использовали полые гири, которые высверливались, забивались туда пластилином, и, соответственно, она весила, например, не 1 килограмм, а 900 грамм. Это было, что называется, нормально. В кавычках, разумеется. Или я уже говорил о том, что при продаже дефицитных товаров, когда их выбрасывали на рынок, то давали что-то в нагрузку. Ну, при продаже мяса это было, что называется, законным основанием. Например, продавец, когда вы к нему приходили и выбирали мясо, даже на рынке, где мясо стоило не 2,20, а 4,55 рублей, в зависимости от региона, он совершенно на законном основании докладывал к выбранному вами куску кости или другой мясной неликвид, про который я уже говорил, их называли сиськи-письки-хвост. И это называлось не в нагрузку, а при продаже мяса это называлось довеском. А продавалось, естественно, по цене обычного мяса. И разговор здесь был короткий. Не хочешь оплачивать довесок — не получишь мясо. Все было очень просто. Но надо сказать главное. Дело в том, что с покупателями никто в советское время не церемонился. В лучшем случае с покупателями были снисходительны. Именно по этой причине вошло в обиход такое выражение: ненавязчивый советский сервис, советская торговля. Это был символ, симулятор хамства и пренебрежительного отношения к людям. Когда я рассказываю о советском дефиците, мне часто возражают: ну что, неужели в советских магазинах, в советских гастрономах ничего вообще, что ли, не было? Ну не может же такого быть. Ну почему же не было? Было. Были огромные кубы маргарина и комбижира. Был томатный сок в огромных колбах. Была иногда подсахаренная вода в трехлитровых банках под названием «березовый сок». Иногда появлялся сок сливовый тоже в огромных трехлитровых колбах. Были консервы, морская капуста. Были, да, как же я мог забыть, кильки в томате. Именно тогда в советское время родилась такая поговорка, так, точнее присказка: в магазинах ничего нет, кроме того, как кильки в томате и две козы в халате. Имелись в виду продавщицы. Но на самом деле, вот то, что вы видите сейчас на фотографии, то, что вы видите сейчас на экране, это был типичный интерьер советского гастронома. Но следует понимать и другое. Дело в том, что плановая экономика с неизбежным дефицитом, наложенная на диктат КПСС, когда коммунисты совали нос во все, что надо и во все, что не надо, она приводилась к поистине курьезным случаям. Я расскажу вам одну историю человека, который в советские времена работал в продуктовом магазине, и ссылка дана в описании на полную историю. Но вы послушайте. Эта история называется «Мандарин». В наш магазин завели зли 35 тонн мандарин перед Новым годом для продажи ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны. Только, подчеркиваю, 35 тонн. Если учесть, что к нашему магазину было прикреплено где-то 70-100 ветеранов и инвалидов, а дело было в конце 70-х, и то при самом простом подсчете получалось, что на одного ветерана приходилось 3,5 центнера мандарин. К вопросу, так сказать, о плановом хозяйстве. Со своей стороны хочу подчеркнуть, что привозили мандарины в ящиках по 12 килограмм. И грузовики эти разгружал я один. Директор категорически запретила пускать мандарины в продажу. Перед Новым годом мандарины — это валюта.
а для пущей секретности запретила и работникам магазина брать мандарины домой. Она плохо представляла себе, эта дура в норковой шапке, что такое 35 тонн. Ящиками с оранжевыми шариками было забито все, все склады, все подсобки, но они все равно никуда не вмещались, поэтому и коридор был до потолка забит этими ящиками. Концентрированный аромат цитрусовых выдавал директора с головой, потому что чувствовался задолго до подхода к скромному серому зданию с надписью «Продукты». Через пару дней, когда аромат стал невыносимым, директор дал отмашку. Два дня нескончаемым потоком через задний проход магазина шли трудящиеся. Милиционеры, пожарные, санэпидемстанция, райздрав, детские врачи, зубные врачи, странные люди, не странные люди, хорошо одетые люди неопознаваемых профессий, классные руководительницы детей знакомых директора, знакомые классных руководителей детей знакомых директоров и так далее. Все они уходили с непрозрачными газетными пакетами, в которых угадывались очертания милых сердцу мандарин. Таким образом, было распродано где-то тонн 12, оставалось еще 20 тонн. Тогда мы получили указание отправить мандарины в продажу ветеранам и инвалидам, которым, собственно говоря, они были и предназначены, с ограничением, внимание, по 5 килограмм в руки. То есть еще мы распродали полтонны. Работники магазина взяли по 5 килограмм, еще где-то килограмм 100-150. Пустить в продажу обычным гражданам? А вот хрен вам. За пару дней до Нового года аромат превратился в вонь. Мандарины ведь товар скоропортящийся, и с оранжевым они превратились в белые, потом в зеленые, мохнатые, в отвратительные исклизлые шарики. Вымывать все это было бесполезно, и 20 тонн отборных оранжевых цитрусовых превратились в 20 тонн зеленой гнили. Директор тогда решилась и приказала отправить эти мандарины в продажу. Уже не по 3,50, как свежие веселые шарики, а по 35 копеек, как некондиционный товар. Это стыдливо называлось на компот. Постскриптум. 20 тонн разлетелись за полдня. Я до сих пор не могу понять, на кой черт их было держать, когда все нужные люди уже свое получили. Зачем же было их портить? Ну, вправе, друзья, задать вопрос. А кто же шел в советскую торговлю и как там делали деньги, кроме как на обвесе и обсчете покупателей? Ведь на этом же миллионы не заработаешь. Это правильно поставленные вопросы, друзья мои. Но об этом я расскажу вам в следующий раз. А сейчас до свидания, друзья. Подписывайтесь на канал Нешвот, ставьте лайки и напоминаю. Выводы делать только вам. До встречи!